В Александровском районе сгорело 3 дачных дома. Есть погибшие. Трагедия случилась в деревне Гольцово. К моменту приезда спасателей горели 3 дачных дома, одна хозпостройка и автомобиль. Причина такого масштаба бедствия в несвоевременном звонке на пульт пожарных. Огнеборцы приехали быстро, но пламя уже распространил по деревне сильный ветер. Без жертв не обошлось. Спасатели обнаружили погибшего мужчину 1989 года рождения. Совсем недавно с местными жителями проводились беседы о пожарной безопасности, но профилактические увещевания не помогли. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара и подробные обстоятельства трагедии. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Также добавим, что в данном населенном пункте в сентябре этого года сотрудниками местной администрации проводилось информирование граждан о правилах пожарной безопасности с росписью в журнале.